Ребят, в итоге надо врезку сделать в такую канистру. Мне всегда было интересно, как это делается. Потому что с той стороны гайку не закрутить. Но сейчас решили просверлить дырку. Это подготавливаем для машинки стиральной. Объясни, для чего? Ну ты объясни, твоя же. Донышко оставляешь, да, немножко? Это вот так. Сейчас дырочку сделаем. Так, корона. Все, дырка готова. В итоге зачищает. От лишних заусенцев, чтобы ни хрена ничего не мешалось. Так зачищаем и изнутри. Вот, сейчас вставляем, ребят, провод туда. Надо, чтобы снизу он вышел. Вот, продели. Теперь берем фитинг. Ребят, смотрите, фитинг какой специальный. Ну, подожди, пока не кидай. Вот здесь вот имеет внутри две таких шишки, чтобы потом можно было завернуть. И теперь туда окунаем. Вот, он уже снизу. Теперь прикручиваем. Чтоб не ловить. Это для чего эта фигня нужна? Чтоб не ловить его потом в бочке, блин. А он по направляющей сам туда вошел. Вот, теперь провод достаем. Одеваем резиночки. Накручиваем. Гайка с обратной резьбой. Мне всю жизнь было интересно, как так делают. Блин, всю жизнь не мог понять, а как все легко и просто. Все, теперь сворачиваем и со спокойной совестью вставляем там шпицы и против часовой стрелки. Здесь с левой резьбой, ребят. Закручиваем. Там резинки можно сильно не тянуть, если будет подтекать, потом подтянуть. Сразу потянуть хорошо. А они не выйдут? Нет, они широкие, и они не силиконовые. Как ты мог увидеть. Силиконовые нельзя слишком тянуть. Так что, ребят, все, готово. Кому была полезна информация, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки. Вот. Подписывайтесь на канал, всем удачи. Теперь на него пока. Можно... Стой. Чего? Теперь на него можно выкрутить любой фильм. Ну и вот на крана. Можно сразу, если вам кран не нужен, можете накрутить насадку на бочку, на шланг, все что угодно. Ну все, всем пока.